Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Lost Planet 3. Прошло довольно много времени с момента того, что происходило в предыдущей серии. И у нас новое сложное задание. Нам нужно отправиться... Давайте почитаем вообще более подробно. Починить ретранслятор. Дело в том, что там около него целая уйма акридов, и поэтому за это задание никто не захотел браться, кроме нас. А нам, в принципе, пофигу. Лишь бы платили... Двойную ставку. Наш герой Джимми Магет. No time to lose, Jim. Go check out the communications relay and report back. Chop-chop. Насколько вы видите, у них здесь за прошедшее время все неплохо так обустроилось уже. У нашего начальника появился даже свой кабинет. Казалось бы, какая мелочь, но здесь это реально проблема. Так, что это такое? Ну, секретик. То, что было в предыдущей серии, нецензурными словами только можно описать. В магазине появилось что-то новое. Хорошо. Короче говоря... Mr. Payton, this is Dr. Kovach. Can you read me? Loud and clear, Doc. Kinda told you, you can call me Jim. As you like, Mr. Jim. I was hoping you could pay me a visit in my lab, as your circumstances and logistics allow. Oh, and I believe I'm to mention that remuneration is involved. So you have a job for me? I believe I made that abundantly clear. Oh, abundantly. I'll drop by soon, Doc. Зайду через момент. Отличный перевод. Короче говоря, начальник, похоже, приехал прямо сюда, в доки, потому что... Ну, чтобы не отходя от кассы, как говорится. Все поблизости. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут новенького. Здесь вообще, насколько я вижу, все новое, и теперь нужно будет по-новому осваиваться. Но наш робот по-прежнему стоит. Это самое главное. Не знаю, эта база уже стала реально какой-то родной. Она очень похожа на ангар, вот это вот место, на ангар из Звездных Войн. Помните, ход там? Так и кажется, что сейчас за поворотом где-нибудь Миллениум Фалкон будет стоять. Так, ну хорошо, давайте зайдем... Верхний ангар, посмотрим, что у нас там. А потом пойдем вниз и посмотрим, что за улучшение есть у Гейла. Насколько я понял, пока, по крайней мере, не знаю, возможно, еще не разобрался до конца. Но, короче говоря, роботы мы можем улучшать только на ячейки, которые мы покупаем у Гейла за 2000. И по-другому их достать вроде как никак не получится. А ты по-прежнему стоишь тут, да? Что теперь скажешь? Все тает. Как там наш псих? Капец, как тут спать вообще можно? Место ужасное вообще. Но как-то спит. Я сам сюда не могу залезть. Блин, жалко. Something to take his mind off the cold, so I gave him my brother's guitar. For never having taken any lessons, he's damn good. Listen. Ну, в целом, да. Хорошо. Смотри, тут они прокопали. Тут у нас раньше ничего не было. А теперь вон аж что. Там, я думаю, еще что-то будет в будущем. Теперь тут кухня. Уютненько. Так, текстовый. Если ты это читаешь, значит, ты вытащил карту памяти из моего КПК. Нехорошо с твоей стороны. Я знаю, что это ты, Маркхем. Упс. Look, if we want to build morale around here, let me build a hydroponic garden. I got two words for you, Jim. Heirloom tomatoes. Think about it. Ну я-то чё? Я это не решаю. Помойте после себя. Ну, типа, не мусорьте и тому подобное. Так, ну хорошо. Довольно любопытно тут все. Надеюсь, что...
О, комната отдыха. Парни вообще развалились просто. Посмотри направо. Guy's been so stressed out since he's been running this operation, he's put in a dozen years in a matter of months. Let that be a lesson to you, brother. Never forget, it's just a job. Easy for you to say. You're just a researcher. You could check out for a week and it's not like the joint would come crashing down. Braddock's on all the time because that's what we need. Hey, not for nothing. He takes it personal. Whole thing's his brainchild, you know? Not like he drew the short straw. He chose this place, made the plans, pitched Nevik on the whole deal. Sure, he's in good with him. Practically family, but that doesn't mean his ass ain't on the line. And us with it. Right. I heard something about that special relationship with Nevik, they called it. Had something to do with his dad? Yeah. Papa Braddock was some big maka for Nevik back in the day. Whatever that means. Look, the man was a hero, a legend. Made Nevik what it is today, so I've been told. Hey, no need to slander the man. Let's be fair. He made Nevik what it was 40 years ago. The stuff they've been up to since, that's somebody else's fault. Oh, hey, Jim. Here to give us a shot to get even? Not today, fellas. Me and Gertie got rounds to make. Gertie? His rig. You know, like you named your... Jim, word is you're close to beating LaRoche on the board. Возможно. Who's counting? About time someone punched a hole in that windbag. Don't apologize for doing us all a favor. Ларош никто не любит. After months of rolling blackouts to fight record strains on the power grid, the president is attempting to tackle the national energy crisis head on. This morning, he unveiled a new energy bill promoting energy-efficient homes and alternative energy production. Critics complain the bill is flimsy and does nothing to address the soaring energy prices across the globe. Meanwhile, the blackouts are severely disrupting the private sector across the country, and financial losses are mounting. Experts predict no end in sight for the recession, while on the horizon, a global energy crisis looms. For IBR, this is Suzanne Lee. Понятно. Так, ну хорошо, давайте заглянем в эту лабораторию. В принципе, тут интересных мест, я думаю, хватит еще надолго. Вообще интересно смотреть, как эта лаборатория развивается постоянно и становится все больше и больше. Блин, я думал, падать придется. О, там кто-то. А, это генератор. Я думал, отбойным молотком кто-то колет что-то. Прикольно тут у вас. Нравится. Шлюзы. Все как в лучших домах Европы. Здрасте. А че? Never settles for mediocrity when greatness would do. His naysayers simply envy his talents, I think. Like Dr. Roman. She could achieve as much as Dr. Kovac if only she wants a... What is the word I'm looking for? Ethical. Can you imagine? Хорошо. Подлиза. Как дела? Or maybe a super intelligent lab rat. В лаборатории царит любовь и взаимопонимание, как я посмотрю. Exposure to the extreme cold reduces blood flow and constricts your blood vessels, reducing your circulatory system's overall volume and increasing your blood pressure. This causes your body to reduce fluid volume by getting rid of the excess water. So in other words. When you get cold, you want to pee. Fucked. All right. Thanks for that. No problem. Очень полезная информация. Так, ну хорошо. Все мерзнут, а ты не мерзнешь, я смотрю.
Ah, as you are undoubtedly aware, I've been tasked with rendering thermal energy a viable and cost-effective power source. Unfortunately, the T-energy from subterranean sources, while plentiful enough to run the Coronis installation, has a purity level entirely too weak for the audacious experiments we seek to conduct. So, the stuff we drill out of the ground, not pure enough for science. If paraphrasing me is critical to your comprehension, then yes. Now listen, the acrid. There are wild variances in their impurity index. Some are promisingly pure, potentially pure enough for our purposes. I need a survey of local acrid, samples of their T-energy in the hopes that we can find one with a pure enough composition. So you want me to kill acrid, basically? Yes. I'm hoping to take advantage of your noteworthy efficiency as a killing machine. So, let us begin with the Sepaya, those wretched things that so bedeviled our arrival. Ох, ненавижу этих тварей. If I kill 20 or so and collect their T-energy samples, I should be able to extrapolate a purity index through vertical analysis of the... Kill 20 acrid, bring you this bill. That's the gig? All over it. Thanks, Doc. Let me update your map with the best place to look for them based on recent sightings and migration patterns. And if you'd kindly hold still, I'd like to equip a sniffer attachment to your suit's tank. It'll automatically gather samples of T-energy particulates in the air after you've made a kill, so you can just focus on the killing. Да, окей. Звучит достаточно просто. Хорошо. Such pitiable incuriosity. Да пошел ты. Ботаны. Кругом ботаны. Короче говоря, это, походу, такой своеобразный сайд-квест. Нормально. Ладно, все, пойдем отсюда. У меня уже мозги кипеть начинают от этих высоколобых. Так, хорошо, и теперь надо посмотреть, что у нас там по пушкам. Может быть, появилось что-то более... Я не знаю, там автоматический винтовка какая-то. В принципе, дробовик, он самая лучшая пушка, на мой взгляд, для таких условий. Закрытые помещения, пещеры и тому подобное. Так, это что такое? Круто. Но если будет какое-то разнообразие, пулемет там, допустим, то будет интересно. Я просто помню, как в первом Lost Planet роботы с пулеметами вообще просто разносили этих акридов. Здесь приходится чуть ли не в ближний бой вступать, и это довольно печально. Если твари побольше полезут, все закончится понятно чем. Разломает к чертовой матери. Так, в общем, случайно мы сюда завернули и в итоге нашли вон сколько всего интересного. Ладно, это все там бряцает на гитаре. Хорошо, а бывший командный центр превратился в... То что? Да, в принципе, то же самое. Не изменился. Просто начальство теперь не тут сидит. Здрасте. Прикольно тут у вас. Хорошо, а тут что-нибудь новое есть? Тут тоже у нас копали. Ну да. Лифт, который ведет... Вот сюда вот поехали. Посмотрим, что у нас тут нового. Я думаю, сейчас надо будет приобрести несколько деталей для робота и, то есть, поставить их. Ну, сначала купить необходимые ячейки. Для этого, я думаю, надо денежек подкопить. Так, это какой-то другой вход. А, вот, понятно, где мы оказались. Так, ну, сначала мы пойдем в оружейную мастерскую. Здесь все вроде как по-прежнему. Welcome back. Ствол еще большего калибра. Так, это что такое охотничье? Однозарядное ружье с продольно скользящим затвором. А, ну это если влупит, то влупит, понятно. Штурмовая винтовка. Вот это как раз то, о чем я говорил. А я не думаю, что нам нужно вот это охотничье ружье. В принципе, потом, я думаю, можно будет взять, потому что оно с одного выстрела будет, я думаю, убивать большую часть врагов. Урон вон какой.
Но, в принципе, стандартная винтовка Невик — это тоже неплохо. Увеличенный магазин. Это как снайперка получается. Ну, я не знаю, смысл в ней есть, вообще нет. Давайте штурмовую винтовку купим. Oh, that's real pretty. Good range, good punch. That's a go-to gun right there. Good. That upgrade's a must in my book. The less you come back in time, eh? Dr. Kovac here. I have another contract for you if you're interested in continuing to sublimate your bloodlust. Come see me. Когда успел, только что был у тебя же. Так, перезарядить все. Открыть шкаф. Так, у нас две ячейки для оружия, то есть дробовик и винтовка. Пистолет мы убрали. Хорошо. В принципе, меня все устраивает. Так, ну сначала давайте сходим к Гейлу. А потом посмотрим, что еще за работа у него такая. Из винтовки, а вот и пострелять может. Sweet. Let's do this thing. Так, ну тут пока не хватает, надо как минимум 5000 T-Energy, и тогда мы сможем купить еще одну ячейку, с помощью которой... Till next time, boss. Понятно, пока что еще начальные этапы, и я не думаю, что мы так быстро сможем это все улучшать. Так, хорошо. Что-то у нас сегодня вся серия на базе. Это неплохо, интересно. Пойдем обратно и посмотрим, что еще ему надо. Сублимации, говорит, ваших. Скотина. У него, я так понимаю, просто квест, который позволит нам... ну, то есть задание, которое позволит нам заработать денежку, но при этом по сюжету не обязательно. Вроде как такие ощущения от всего этого. Так, погнали. Надо уже выбираться с этой базы, потому что здесь прям просто как упадешь, так и все. Бараки. Это все бренчит. И через бараки мы попадаем в Проторию. Хорошо. Надеюсь, оно того стоит. Потому что бежать пришлось довольно далеко. Не забывайте пользоваться шкафами, амуниции, прикрепленными, бла-бла-бла. Ну, то есть, вы поняли. Ок. Открывай, сова! Медведь пришел. Так, ну и хорошо, чего тебе надо? По-моему, мы только что совершили ошибку. Найти к доктору Ковачу. Хорошо, ну ладно, где Ковач-то? Ух, смотри. Прикольно. Знаете, там на микрофонах, на микроскопах что-то орудует. А Ковач у нас куда-то делся, и это не очень хорошо, потому что мы только ради него сюда и бежали. Ну и хрен бы с ним. Все, пойдем уже на миссию. Я надеюсь, эта штурмовая винтовка нас сейчас не разочарует. Так, окей, все, погнали. Интересно, чем они лед так шлифовали? Любопытно. Я уж соскучился по своему роботу. Как он говорил, его зовут? Гренджи или как-то... Не помню. Ладно, пойдем. Блин, это бренчание. Вот именно, я не знаю, помните начало Старкрафта 2, где там находишься в этом баре, и там вот именно точно такая же атмосфера.
Привет. Все, ладно, двигаемся. Основная платформа. Заплутали на своих двоих? Заставьте мигать навигационные маркеры. Ну, это-то очевидно. Не знаю, здесь подсказки внизу какие-то реально такие. Капитан Очевидность писал, походу. Так, окей. Есть кому еще что сказать, пока я не уехал? Вроде как... Нет. И так уже задержались. Зато хоть по базе вдоволь налазились. Круто. Все такое огромное. Прям как в детском саду ощущаешь себя. Или нет, вернее, в магазине детских игрушек. Ого, что-то новенькое. Блин, я люблю эту игру. Вот такие детали, это же реально круто. Хорошо, поехали на работу. Hey baby, quick message and not to worry you, but apparently I am slipping quietly out of my mind. Today I spent the better part of 20 minutes looking for a hat that I was wearing. This week I found my keys in the door on the outside, of course, my slippers in the shower, and my toothbrush in the refrigerator. Because you know how important dental hygiene is to produce. Seriously, what is happening? Unless the little man is telekinetic and evil, moving objects around with his mind just in order to drive me crazy, then your wife has become mentally unbalanced. So, that's good news, right? Yeah. I got things totally under control. I don't know. Kisses. Hey, baby. Quick message. And, not to worry you, but apparently I am slipping quietly out of my mind. Today I spent the... Ну ладно, поехали. Что ж, пошли, вернее. Обычный рабочий день на IDN3. Так, ну выходить пока вроде нужды нет. Все как надо. И сегодня нам на Бейли Кроссинг. Тут мы еще не были. Я думаю, это будет интересно. В этой игре как-то вообще проходного ничего нет. Чувствуется, так старались люди. Другое дело, что чувствуется, денег им давали не очень много на эту игру. Но... О, побежали. Но при этом все равно все сделано с такой любовью. Так, пойдем почистим. Вроде выглядит довольно безопасно. Хотя их много тут, конечно. А, блин, сколько же вас.
плохо видно. Так, и как мы поднимемся? Отсюда? Или, может быть, скорее всего, вот отсюда? Теперь у нас нет радара. Ну и ладно. Вот и журнал. Блин, да чего красиво. Спокойнее, дамочка, что происходит вообще? Я считаю, что Джиму все-таки лучше было бы надевать какую-нибудь шапку, потому что менингитом болеют один раз. После этого либо дураком становится, либо умирает. Так, хорошо, где тут ваш? Не вижу. Да вон там их полно, мне кажется, как раз там оно и есть. Вот сейчас бы снайперка пригодилась. Да, пойдем поближе. Смотри, на опережение стреляет гад. Откуда вы, мать вашу, знаете про упреждение? Так, хорошо, сначала надо убить их. Только не могу зацепиться пока. Стоять. Там еще одна погода. Винтовка зачетная. Одобряю. А, блин, не та кнопка. А вот и оно, да? Да-да-да, походу. Давайте посмотрим. Никому об этом не скажу. Они подумают, что у меня лихорадка. Но бьюсь об заклад. Я кого-то там видел. Женская фигура. Может, я видел то, что хотел видеть. Я вернулся, схватил ружье, оглянулся, а ее уже не было. Эх, еще два цикла здесь, и денежки мои. Надо только продержаться. Не первое уже сообщение по поводу того, что здесь видят кого-то. Жутенько. Так, сюда я не могу прицепиться. Хорошо, давайте садимся в роботы и разберемся уже с этим делом. Я так не разломать, похоже. А там внизу что? О! Круто. Ты посмотри на эту прелесть просто. Подожди, это он получается? А как мне до него добраться-то? Или это не он? Не знаю, сейчас разберемся. А, говорили это очистить. Я просто неправильно понял. Хорошо. Процесс. Отлично.
Так. Понял. Надо пешком. Я вообще не понимаю, как это все работает при такой температуре. Но как-то вот так вот и работает. Ой, его добавь, бежим, бежим. А! Ну нафиг этих тварей. Круто. Пакости мелкой сколько. Так, сейчас того большого главное найти. Вон он там, спрыгивать особо не хочет. Иди сюда. Давай. ПВП или засал. Все, отлично. Нет, еще есть. Стреляют больно. Поэтому давайте слезем и почистим маленько. А, пакость. Все, вроде прыгучих этих нет, а с этими как-то вот так разберемся. Тихо, тихо, тихо. Блин, ты посмотри, садится как. Не вижу, не вижу. Накидывают сверху, гады. Короче. Вот гаденыш, а? Не, пулемет бы на роботе мне бы точно не помешал. А вот и ты попался. Ох, короче, за этой мелочью гоняться. Погнали. Роботу, кстати, не очень хорошо так по наблюдению. Зато эти твари вылезли. Так, все, пошел процесс. Давайте добьем. Минус. Еще один. Дохни, дохни. Все нормально. Блин, ну там их полно. Короче говоря, давайте на этом, наверное, на сегодня заканчивать. В следующей серии двинемся уже по основному заданию. А этих убивать можно, я так понял, бесконечно, потому что они тут лезут и лезут. Ну, хотя их там 4 штуки осталось. Ну, даже так, зачем их убивать вообще? Только если ради T-Energy. Ну, что я скажу, игрушка, по-моему, блин, становится только лучше, потому что вот эти вот все возможности и в чем-то даже небольшой открытый мир, это, по-моему, очень круто, ну и как минимум за такие вот пейзажи ее реально стоит любить. Надеюсь, вам тоже понравилось, увидимся в следующей серии, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.